служили, и мы хотим от нашей семьи Божьей сказать вам большое спасибо. Спасибо, пастор. Пусть Бог благословит, чтобы сладкий Новый год был, и чтобы... Для меня честь служить вам, и для меня благословение быть среди вас в этом присутствии Бога. Сладкий Новый год, это хорошо. Финансы, отлично. Я беру это как из рук Господа. Из ваших рук, да. Из ваших рук, пастор, также, но из рук Господа, в первую очередь, и благословляю Бога сейчас. Отец, благодарю Тебя, Господь, всемогущий, и прошу Тебя, Господь, пользуясь случаем этим, Боже, восполни всякую нужду, Господь, народа своего, Боже. И, Господь, люди, кто-то от избытка, кто-то от скудости даже своей, Боже, жертвовал в эти дни, Боже, всемогущий. И я прошу, Господь, в этот праздник десятин, Господь, который в этой церкви сегодня празднуется, торжествуется, торжественно так, Боже, благослови свой народ миром, Боже, изобилием, Господь, и это финансовая сфера, Боже, которая людям порой кажется не такой важной, но которая в Твоем Слове, в Библии, раскрывается как очень важная сфера, да будет благословлена и заполнена небесами, не проклятием, но Тобою, Твоим Духом Святым, Твоим Словом, Твоим могуществом во имя Иисуса Христа. И как ни одной пяти нашей земли, души нашей, разума нашего мы не хотим отдавать дьяволу, а отдаем Тебе, Господь, так и ни одной копейки врагу не отдадим, но все посвящаем Тебе лишь, Господь. И Тебя за все благодарим во имя Иисуса Христа. Аминь. Шалом. Да? И у нас сейчас будут столы, мы будем вечерять в любви Божьей. И во вторник, кому нужно консультирование, во вторник вы можете подойти к пастору Наташе, помахайте ручкой, кому надо, можете подойти, и она вас запишет, и я во вторник буду консультировать, мы будем молиться за разрушение проклятий, если есть, будем выявлять источник, почему в вашей жизни происходят хронические болезни, или что-то в семье происходит. Мы будем давать вам консультирование и молиться в каждом дне с вами и за вас. Поэтому в среду у нас домашние группы. Подойдете, спросите у пастора Наташи, у Лены Бойченко. Они скажут.